Какие дракоши, да? Тебе нравится? Да. Мы пришли погреться в горячих источниках, хотя я не скажу, что нам холодно. Называется Hot Spring Баньяр. Баньяр — это деревушка, в которой они находятся. Не распиаренное среди туристов место, оно находится на севере Бали. И здесь достаточно мало белолицых людей бывает. Сегодня воскресенье, поэтому будет, я думаю, много отдыхающих местных индонезийцев. Ну, так получилось, что мы случайно попали сюда в выходной день. Смотрите, как крышу выложили ракушками на черепице. Это вход. Тут такой дяденька проверяет билеты. Так что билеты не выкидывайте сразу. Вот и сами бассейны. У них различная температура. Максимальная вроде бы 38. Нашел переодевалки? Да. Ну что ж, пойдем. 5000 стоит переодеться. Это треть 1 евро. В общем, это немного. Ага, вот локеры. А вот тут changing room. Ну, такое все скромное, конечно. Ну, сейчас исследуем. Очень красиво здесь. Джунгли, речка. Туалет, кстати, стоит отдельных денег. 3000 рупий. 16000 рупий — это 1 евро. Поэтому это очень немного. Один Андрюшка в одном бассейне, представляете? В этом вода чуть попрохладнее, может, градусов 30. Хотя вот из дракона бьет горячая. А вот там водичка вообще горячая-горячая. 38, если не ошибаюсь. Я так понимаю, сероводородная вот эта вода течет из-под вулкана Батур. Ну, подножия гор находимся в красивых джунглях. Местных больше, чем иностранцев, хотя их тоже хватает. Есть здесь место для медитации, есть храм. Вообще красиво в джунглях. Мне нравится. Вот он, храмик. Цветочки красивые. Я думаю, тут течет священная вода. Может, градусов 70, не? А ну попробуй, Андрюх. Пахнет. Здесь небольшая глубина, она подписана. 1 метр. Вот там 2 метра. Вот есть 1.5 метра. Там душик есть обычный. Ресторанчик сверху. Красавчик такой, а?